Сквер молодежный беречь будем вместе. Пусть это будет вопрос нашей чести. Вот с такой своеобразной клятвой комполянцы торжественно открыли сквер, появление которого стало возможным благодаря программе благоустройства моногородов. И хотя название у него молодежное, занятие по душе здесь может найти и стар, и млад. Для детей и молодежи современное футбольное поле, спортивные игровые площадки, детские качели. Для тех, кто постарше, уютные скамейки, зоны для игры в шахматы и настольный теннис. Еще одна достопримечательность сквера – фасад жилого дома, выполненный в духе сюрреализма. Настенную фреску «Момент вдохновения» Камским полянам подарили два художника, один из которых некогда был жителем этого поселка. Порадовались за жителей поселка и почетные гости праздника. Мэр Нижнекамска Айдар Медшин и помощник президента республики Наталья Фишман. Они вручили награды тем, кто участвовал в создании сквера. А после прогулки по нему поделились впечатлениями. Все эти вот изменения, они меняют настроение людей. Поэтому это не оценка, это ощущение положительной эмоции. И это начало вот тех изменений, которые должны поступательно и динамично и дальше продвигаться в разных сферах. Это происходит, но вот так масштабно мы делаем это в Камполяно впервые. Поэтому, конечно, это чувство радости. Сразу, когда приезжаешь, есть подозрение, может быть, людей пригласили или еще что-то. Когда все начальники ушли, они продолжают там хорошо проводить время, значит, это все им нравится, нужно и востребовано. Я, кстати, уверена, что когда мы отсюда уедем и пройдет еще много недель, людей на детской площадке меньше не станет. Наталья Фишман не ошиблась. После отъезда гостей сквер не опустел. Комполянцы подтвердили, теперь он станет визитной карточкой поселка и излюбленным местом семейного отдыха. Очень рада. И спасибо всем, кто такую красоту сделали. С друзьями можем встречаться тут каждый день. Это хорошее. Тут много можно где поиграть, повеселиться. Здравствуйте, как вы рады, что программа появился такой сквер? Да. Маленькая Швейцария. У меня спальня сюда смотрит. Я каждый день утру радуюсь. И было такое, А сейчас я вообще радуюсь жизни. Это неописуемо. Наталья Лушникова, Максим Липин, новости НТР.